Приветствую вас! Вы постоянно требуете перепись населения. Вот я для вас ее специально сделал. Пожалуйста, сейчас посмотрим. Шучу. Это не совсем перепись населения, это опрос, который провела социологическая группа «Рейтинг», но по регионам. Фактически самая настоящая перепись. Самая настоящая. Они действительно сделали классную выборку, на основе которой можно, ну, в общем-то, посмотреть, кто и как живет, сколько каких людей. Любимая ваша тема – доходы. Любимая ваша тема – язык. Давайте. Что вы чекаете? Переписи, между прочим, как раз такие вопросы задают. Итак, как видите, здесь вот области, так дальше, все можете посмотреть. Ну, единственное, что они Мариуполь, Северодонецк, ну, выделяют не Донецк, Луганск, вы же поняли. Итак, первый нюанс. Что у нас? Мужчины, женщины. Да, действительно. У нас женщин больше, чем мужчин. Ну, есть некоторые регионы, там пропорции немножко в другую сторону, но женщин больше. Нормальное время. Так и раньше такое было. Причем по некоторым регионам, как видите, там больше, меньше, тому подобное. Смотрим. Возраст. Да, действительно. Смотрите, видите, 50+. Видите, что здесь у нас? 43, 49, 42, 40, 40, 40, 40, 40. А теперь 18-35. Меньше. А вот этих вот 36-50 еще меньше. Да? У нас действительно старение нации. Но опять же, смотри, какая ситуация. Это хорошо. Ну, продолжительность жизни растет. По этой причине давность 50 плюс больше. Ну, такая ситуация. Ну, европейская страна. Но еще раз обращаю внимание. Видите, по всем практически... Но есть регионы, где еще больше. Видите, там больше. Вот, немножко так же. Под шкаф. Видите, тут 39, 43, 45. Вы можете свой регион заодно посмотреть, будете разбираться. Но, в принципе, видите, да, у нас действительно старение нации. Как в Европе. Классическая европейская страна. Если бы это был бы показатель африканской страны, было бы все наоборот. Но мы не Африка, не Азия. Мы Европа. А в Европе действительно много старых людей. Теперь смотрим тот вопрос, который очень часто задают. Вот, дети. Смотрим. Есть ли дети? 37%, ну вот Винни, 37, 35, 41, ну что это номер мало, 35, 40, 41, 37, 42, вот, так что у нас 42, 43, 33, мало, да, мало, да, чисто европейская страна. В многих европейских странах, ну как бы даже молодые пары в возрасте, которые и зарплату хорошую имеют, и дома, детей не имеют. И не планируют заводить. Я имею в виду традиционную семью. Почему? Ну, поменялся менталитет. Ну, осознанно. Муж и жена осознанно решили. Не будет осознанно. Вот и не считаю, что, ну, понимаете как, через не хочу, зачем? Чтобы потом мучился ребенок, чтобы ребенок чувствовал, что его не любят. Зачем? Ну не хотят там люди иметь детей. Это их выбор, абсолютно их выбор. Да, действительно, как видите, только 30%. Ну и говорю, вот там немножко побольше, иметь детей. Большинство. Да. Вы все поняли? Молодцы, если поняли. И не надо это рассказывать, что вам никто ничего не показывает. Так. Ну видите, даже некоторые сказали, ваш квитпвист ездит. Это интересно, конечно. Так, ну, насчет образования. Да, у нас есть небольшая часть людей, у которых начальное, то есть нет среднего образования. 1%, 2%, ну, чтобы вы правильно поняли, да, действительно есть какая-то часть пенсионеров, которые, да, действительно, ну, по ряду обстоятельств не закончили. А так смотрим, что у нас есть среднее, ой-ой-ой, а вот высшее, видите, 54, 46, 44, 50, 55, 63, 52, 52. Нифига себе. Ну, правда, в Мариуполе что-то так мало с высшим образованием. Там среднетехнический больше. Видите, 40. Много перебор. У нас есть довольно много высших учебных заведений. Столько не надо, ребята. Столько не надо. Должно быть меньше да лучше. Ну, в идеальном варианте вот это вот... Средняя, ну, она должна быть здесь, понимаете? Ну, пускай даже средняя специальная, но выше не должно быть. Нет.
Ну, блок, когда начальный, да, ну, начальный, как видите, а здесь не должен. Но это у нас такой нюанс. Теперь смотрим, чем люди занимаются. Это очень интересно. Вот это действительно класс. Итак, рабочий, то есть физическая работа. Смотрим, видится 19, ну, Житомир 29, ну, Камень бьет 25, Запорожье 15, Киев 12. Ну, да, в Киеве, как бы сказать, все-таки это город не для работяг, что есть, то есть. Потом Кропивницкий 22, Луганск 23, 21, 20, 20, 24, вот видите, Полтава 25, 18, Сумы, вот так вот. Извиняюсь, Сумы 20, а Тернополь 18, 19, 26, но, вот смотрите, Хмельницкий 26, 24, и здесь Черновцы 28, Мариуполь 25, 24, то есть, ну, скажем так, да, есть некоторые регионы, где-то, ну, четверть людей действительно работают физически, но, ребята, честное слово, когда вы начинаете выть, кричать, закрыли заводы. Гады, вы работать на этом заводе будете? Не, мы не будем. Нафиг вам завод, на котором вы не будете работать. Но действительно, на сегодняшний момент ручной труд меньше, меньше, меньше. Даже сейчас, если строить новый завод, там ручной труд мизер. В основном все действительно роботизация, роботизация. Старый завод, да. По этой причине, да, действительно, скажите, ну вот в некоторых регионах, да, в некоторых регионах, где остались допотопные советские заводы, там есть ручной труд. Но столицы поняли меньше. Дальше. Фермеры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, там меньше 2%. Селяне. Помните, вы постоянно верещите, кричите, как ненормально. Землю продадут, что же они будут делать? Я говорю, прекращайте бред нести. Ну не работа. Ну понимаете, какая ситуация? У нас очень много людей, которые официально числятся в селе, давно работают в городе, давно живут в городе. Ну нету у нас, как вы не понимаете. Ну вот я, да нет. Поймите вы наконец-то, что сейчас в селах, видите, вот 1%. По этой причине, ну не существует такой проблемы, абсолютно не существует такой проблемы, что если люди продадут землю, что они будут чем заняться. Ну, нет. Они уже занялись, они уже работают. Вот здесь работают, в других городах. Офисный работник. Ну, как видите, не так много, как вы говорите. Потому что у нас там офисных работников много. Ну, как много? Ну, 10%, 12%. Но, опять же, Киев 23, это логично, столица. 11, 12, 10, 13, 10, 9. Ух ты, что-то в Ужгороде так мало. Да, бывает. 8 в Херсоне. Вот так вот. 12, 9. Ну, и здесь в Мариуполе по 8, 9. Да. Керівник, то есть начальство. Их тоже много не бывает. 5, 6, 6, 6, 7, 8. Ну, смотрите, какая ситуация. Понятно, что в Киеве немножко их побольше, все-таки больше этих самых. Но так, 5, 6, 8, да, процентов есть. Понятно, что все не могут быть начальниками. Но без начальников не бывает. Я знаю, что вы завидуете начальникам, но начальникам все не бывает. А теперь самое то, что я много раз вам говорил, исчезло. Пенсионер. Смотрите, 24%, 30, 23, 21, 25, 25, 26, 20, 30, 23, вот это вот и тут 30, 35, вот. Но, очень много. У нас очень много пенсионеров. Ну так сложилось. Нет, это не говорит хорошо или плохо. Много. Просто много. Их действительно очень много. Вот такая ситуация. Ну, я говорю, что в некоторых регионах там немножко поменьше, но опять же, что, ну, тут 35, тут 20, но опять же, можно сказать, вот Ужгороде у нас поменьше, 19. Ну, много, много, ребята, много. И это действительно самый такой болезненный вопрос. Болезненный, болезненный. Студенты. Ух ты, 3, 5, у нас студенты как начальников. 3, 5, 6, 3, 4, 4. Домохозяйки. Ну, как видите, тоже так. 7, 8, 6, 8. Ну, 10, там по региону немножко отличается, но около 10. То есть не скажу фанатично. Ну, есть такие, да. Безработные. Ну, вот безработные здесь вы сами, конечно, понимаете, в чем интересный трюк. Смотрите, смотрим. Киев 6%. Видите? А вот мы говорим, Житомир 4. Запорожье 3. Там где там у нас 3, вот Николаев 3. А вот в Ужгороде 10. Ух ты!
Тернополе 11. А тут 4 в Черкасах. Ну и 4 в Мариуполе. Ну, есть безработные, есть. Но не сказал бы, что довольно. Хотя в некоторых регионах действительно почему-то много. Да, нет, нет. Бизнесмен, самозанятый. Ну, как вам сказать? Тут есть, конечно, 10-12%, 10-10. Правда, в некоторых регионах 6, 9, 11, ну, 8. Это и есть вот нас малый бизнес. Вообще, как посмотришь, довольно мало, да? Ну, здесь сразу объясняю, это имеется в виду собственники. Если он нанимает людей, то здесь, соответственно, за это стягивается. Но по большому счету у нас действительно их не так много. Но если посмотреть, сколько у нас зарегистрированных компаний, тут мы умеем. Ну и, как всегда, есть, значит, те, которые что-то такое непонятное, инчи, и те, которые не могли ответить, кто они такие. Бывает. Так, мы с этим разобрались. Идем дальше. На каком языке говорить? Ну, имеется в виду, вопрос задавали, ваш язык общения. Ну, понятное дело, если мы смотрим Мариуполь, Севердинск, там 95% русский. Это логично. Но здесь смотрите, что вы не плюсуйте эту цифру. Сейчас объясняю. Они задавали вопрос следующим образом. Вы, ну, как бы свободно общаетесь на, вот вам для общения, там, украинский, русский, дальше. Люди говорят, что я могу по-русски покупать, поэтому причине, если вы сплюсуете больше 100%, да. Но часть людей говорит, да мне все равно, я могу и так говорить, и так, и так. Хочу по-русски, хочу по-украински. Свободно. Ну, соответственно, вы сами понимаете, если мы берем там Западную Украину, здесь по-русски 5%, 98% по-украински, ну, понятно. Есть еще там польские, словацкие, ну, там чуть-чуть. Ну, меньше 1% туда-сюда и так дальше. Но, еще раз говорю, у нас не существует проблемы языка. Это выдуманная проблема, которая, ну, вот в данном случае политики спекулируют, это есть. По той простой причине, что, ну, на сегодняшний день, во Львове вы будете, вот Львов, 14% русский, 96% украинский. Ну, имеется в виду, свободно владеет. И русский, и украинский. Ну, нет проблем. У политиков это есть проблема. Проблема большущая. Теперь смотрим. Насчет квартиры. Да, вообще в Европе это возникал вопрос удивительный, потому что, как правило, все-таки там больше арендуют. А у нас, видите, собственник. Вот смотрите. Если у вас собственный дом, получается 70, 70, 65, то есть видите, сколько у нас собственников. У нас видите, очень много собственников недвижимости. Очень. Я не спорю. Кого-то в Киеве, да, вот видим. А у кого-то, конечно, там, ну, скажем, это из провинции. Такое есть. Но то, что у нас действительно очень много собственников, это есть. А вот показатель очень интересный. Это те, которые живут с родителями. 14-13. Ну, вот это почти как европейский показатель. Даже в некоторых европейских странах больше. Там до 20-25 доходит. Да, с родителями, понятное дело, есть какая-то часть, что живет. Но все-таки как бы старается самостоятельно. Хотя в Советском Союзе действительно показатель был больше 50%. Ну, негде было жить. А тут да. То есть да, действительно. Ну, опять же, кто скажет, что в Киеве имеет, да, 14, но хотя в Кропивницке 13, во Львове 13, тут 11 в Сумах, как видите, вот так. В Сердине 10. Так что, ну да, да, действительно, сейчас, конечно, молодежь более динамичная. Начали работать съехали. Раньше такого не было. Теперь, ну, имеется в виду, проживают ли у вас там родственники? Есть, есть такое. Аренда. Ну, понятно, что какая-то часть арендует. Понятно. Но так как у нас очень много собственников, ну, понятно, что арендует, ну, какая-то часть. Тем более, как вы сами понимаете, вот в Киеве там 15%, потому что 8%. Но здесь вот понятное дело, что еще сильно зависит от города. От то, насколько там есть спрос на аренду. Да, такая ситуация существует. Так, что у нас теперь? Студенты и, как всегда, те, которые не могли объяснить, как они арендуют, не арендуют. Интересная ситуация. Но собственник, еще раз говорю, у нас очень много собственников недвижимости, что нетипично для европейской страны. Но молодежь, чисто европейская, дома живут мало. Так, насчет вероисповедования. Вот, что верят? Ну, здесь, как понятно, православные, католики, протестанты и так дальше. Ну вот это хороший вопрос. Значит, Бога я верую, но в церковь как бы не поддерживаю. Ну, видите, там,
26, 30, 19, ну, по разным временам как-то про кивите так интересно, да. Но действительно, есть часть людей, которые, ну, церковь как бы отбрасывают, но богами. Да, такой, ну, ну, атеисты тоже всегда есть, но, как видите, у нас их довольно мало. Ну, в принципе, это логично, это вполне логично, действительно, атеистов много быть не может. Так, теперь самый интересный вопрос задавали по поводу ваших, как бы, имущества состояния. Первый вопрос. Я вынужден экономить на продуктах питания. Сразу обращаю ваше внимание. Этот человек не голодает, он экономит. Ну, в Европе тоже есть часть населения, которая экономит. Это вполне логично, это правильно. Что значит экономить? Человек заходит в магазин, и он выбирает продукты питания более дешевые. Ну, если кто-то случайно жил, не туристом, жил в Германии, обратил внимание, что там действительно большое количество бюргеров всегда приходят в магазины и да. То же самое, что сейчас наши крупные сети делают. Но товар уже срок реализации заканчивается, он и расставляет, там цена ниже. И люди действительно в Германии активно эти товары, которые вот сейчас закончится срок реализации, покупают там скидку. Там даже, ну, у них получается распродажа, ближе как раз самая большая распродажа в пятницу, люди специально в пятницу идут, чтобы купить дешевле. Вот эта вот категория тоже. Смотрим. Ну, по Киеву давайте посмотрим. 11%. 11%. Остальные. Но опять же вы скажете, а Мариуполь 30, согласен. Потом Черкасы 24, 23, ну, а в Ужгороде, правда, 7. Ну, как зажрались в Ужгороде. В суммах 34. Ну, смотрите, какая ситуация. Это еще раз говорю, это не голодает. Это люди, да, действительно экономят. Они ищут более дешевый товар. Продукты питания. Да, такое есть. Такое существует. Ну, единственное, что могу сказать, что, конечно, если брать европейскую практику, там, ну, около 20, до 20. У нас, как видите, в некоторых регионах превышает 20, в некоторых меньше. Но, в принципе, это чисто европейская практика. Когда человек ищет продукты по более низкой цене. Дальше. Выстачает, ну, на еду хватает, то есть приходит, ну, может, ему не надо вот выискивать, где скидки, все, но... Да, одежда и так дальше, это действительно надо брать в долг. Чисто европейская практика. Чисто европейская. Но европейцы покупают одежду, ну, кредит. Кредит. Что у нас? Опять Киев 17 таких. Но опять же, если смотрим там Днепро 35, да, ребята. Львов 20, 25. Ну, в принципе, Ужгород как-то так вываливается, 15, 22, 26 и так дальше. Ну, как вам сказать, вот здесь мы близко к Европе. Да, действительно. Ну, действительно, очень многие европейцы одежду покупают. Идем дальше. Ну, здесь дальше пишу, что и на одежду хватает все, но на мобильный надо кредит. Ну, понятное дело, что здесь опять все относительно. По той простой причине, что кто-то будет копить деньги, не купит мобильный, а кто-то берет кредит. Это уже, ну, как бы от человека зависит. Очень зависит от человека. Нет, есть люди, которые будут постоянно менять модели автомобилей, модели, соответственно, смартфонов, залазить в долги и ругать, что все плохо. Есть. Ну, если посмотреть, получается около 30. Ну, есть по некоторым регионам 21, так 30, 30, 30, 30, 20, 37. Ох, да, такая ситуация. Теперь идем дальше. Денег хватает на еду, одежду, смартфон, но автомобиль, нет, тут правильную машину, холодильник, да, надо кредит. Ну, в принципе, надо, не спорю. Ну, в Киеве, видите, такие 24. Вообще, по Киеву интересная ситуация. Видите, 11 тех, которые экономят на еде. 17, которых, ну, в долг покупают одежду. 27, которые в долг покупают, соответственно, смартфон. 24 уже там холодильник. А потом уже, соответственно, дальше тут ловуживают 39 таких. Интересно. Ну, и естественно, появляются те, которые покупают автомобили в долг. Ну, как видите, их немного. 10, 6, 7, 11, 4%. Да. Ну, смотрите, какая ситуация. Ну, в Европе никто не может купить автомобиль, накопивший. Только кредит.
Нет, там действительно бывает ситуация, но если это звезда футбола, звезда, там, не знаю, спорт, какой-то супер, да, он может купить сразу. Но так в основном масса покупает кредиты, кредиты, кредиты. Ну и самый богатый. Крутенки. Мог купить любой товар в любое время и так дальше. Винница 3%, Днепро 2%, Житомир 2%, Запорожье 2%, Іван-Франковськ 7%. Ух ты! Нифига себе, какие богатые Іван-Франковцы. Киев только 2%. Видите? Нищета. О! Кропивницкий 1. Луцк 5. Нифига себе, зажрались. Да, Львов 3. Ничего, бедные, бедные львовья. Николаев 2. Одесса 1. Боже, какая Одесса. Ой. Как Полтава, тоже 1%. 4 ровно. Да, неплохо, ребята, представились. Суммы 2, 2, 3. Ужгород 2. Харьков 2. Харьков. Хмельницкий 1. О, бедный Хмельницкий. 3. Черкасы 2. Черновцы, Чернігів 1, 3, Маріуполь 3, Сєвєродонецьк. Еще раз обращаю ваше внимание. Да, 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 действительно, украинцы ще живуть как европейцы. Да. Действительно, приходится в кредит покупать многие товары. Ну, классика, что ж вы хотели? Для чего существует кредитная карточка? Я знаю, что потребительские кредиты довольно дорогие. В Европе аналогично. Но то, что вы платите в гривне, там платят в евро. Там очень дорогие кредиты. И да, действительно, берут, и там действительно ситуация стоит. Человек постоянно переживает, чтобы все погасить. У нас, конечно, кредитную историю уже начали контролировать, но не так свирепо, как там. Там это более жестче, более жестче. По этой причине люди стараются вовремя погасить. Да, мало того, получается, такая система вообще как бы работает, чтобы погашать кредит. Есть такой. Ну и... Понятное дело, что когда мы говорим про эти все кредиты и так дальше, надо обращать внимание, что это прежде всего работающие. Да, пенсионеры, понятное дело, что если даже залазят долги, то ой-ой-ой, это проблема. И пенсионеров действительно довольно много. Тоже проблема. Что есть, то есть. По этой причине работайте, зарабатывайте, пока вы не пенсионер. Будьте пенсионером, будете жировать. Ну вот и все. Я считаю, перепись населения мы уже сделали. Можно не проводить. А вы как считаете?